пожалуйста, прокомментировать, почему у вас здесь разнятся 1512, да, показать? 1520. За референдум. Это референдум? Да. Это избиратели Бишкекского городского округа. За референдум. Почему их меньше? Нет, почему у вас бюллетени, если здесь нулевые? Бюллетени? Бюллетени? Да. Не голосовали? Да. Бюллетени? Почему не голосовали? Голосовали 14 человек. Где они указываются? Они здесь не указываются. А, нет, указываются, кажется, я вижу, да, вот. 12, 16, да? Нет. Нет. 14 и 14 проголосовала. И туда, и туда. Почему 12-16? 14 человек проголосовало. А вот это вот что значит? Не знаю, что это такое. У вас двое в работе? Особо. Нет, это не такие. Джумагуля с Ранкулом. А пойдемте узнаем точно, что это означает. Здесь в этом списке есть. Но есть? 10,98. Проходите. А почему не это? Знаю. Почему? Она в списке есть? Это копии, вот, а, 12 копий для вас вышел, 16 вышел, 1 вышел, 2. Все, хорошо. А почему меньше? Потому что меньше вот те, выдали вне бюллетени. Вне помещения голосовали, здесь отражаются? Они здесь нет. Здесь нет. Мы вот в 8 часов вечера завершаем и оттуда вот сюда опускаем, а потом только. В любом случае, смотрите, 1512 да. Минус 14, сколько будет? Ну, 1498, да. А почему у вас 1496? Потому что столько бюллетеней нам выдали. Столько бюллетеней да. Вам выдали? Да. Каждый, на каждый участок выдали разное количество бюллетеней. 1400, то есть у вас 1500. Вы утверждаете, что у вас два не хватало, да? Нет, не, мне не два не хватало. Нам выдали 1496. А поэтому здесь как было? Ну, потому что 1520 избирателей никогда не придет на участок. Нет, всегда же... Но в этот раз вот так дали. Можете обратиться в Бишкекскую комиссию и спросить, почему. Каждому участку дали разное количество. Хорошо, благодарим.